ходе заседания Московской областной думы был принят закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров Московской области на 2018 год в целях установления социальной доплаты к пенсии. Согласно ему, величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2018 год установлена на уровне 9 527 рублей. И от этой цифры зависит сумма доплаты, которую получат наши пенсионеры, которые получают социальные пенсии, которые получают пенсии страховые по утере кормильца, по инвалидности. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов также подчеркнул, что принятый закон направлен на наиболее незащищенные слои населения, неработающих пенсионеров. Устанавливаемая величина превысит величину прожиточного минимума пенсионера в целом по России, которая сейчас составляет 8703 рубля. Доплата будет происходить из регионального бюджета и составит 4,6 миллиарда рублей. Считаю, что это очень важное решение, стоит в одном ряду среди тех решений, которые принимаются областной думой, правительством, губернатором по совершенствованию мер адресной социальной поддержки нашего населения. Этот законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.